Всем привет! Сейчас хочу затестировать, как заедет G-Booster вот в эту горку. Я не знаю, сколько она там градусов идет, но достаточно резкий подъем. То есть будем тестить по вольтажу. Сейчас я скажу, сколько у меня, 53,4. Вот. Сейчас будем тестить. Надеюсь, там пес бегает, за мной не побежит. Поэтому погнали! Итак, заехал, в принципе, скорость была почти 26 километров. То есть вот эта горка, вот она здоровая. Просадка была в 3 вольта. В принципе, думаю, для такого уклона, для двух приводов, это неплохой результат. Сейчас поедем дальше катать куда-нибудь подальше, в горы. И на озеро заскочим посмотреть. Всем привет! Хочу немножко рассказать, даже высказать свое мнение по поводу электросамоката Kuga G-Booster. Катаюсь я относительно недавно на нем, но уже, в принципе, есть какие-то нюансы по этому самокату. Вернее, даже не нюансы, а это, скорее всего, эго человека. Он всегда найдет какие-то недостатки, то есть как бы хорошо это не было. Из недостатков лично мне не повезло со штатными тормозами, именно задними. Может быть, это даже моя ошибка, так как я сразу его собрал, ничего не настраивал и поехал. В итоге у меня погнуло задний диск немножко, и как ни выставляй, шорканье, не шорканье, все равно они плохо тормозили. Вот. Пока едут мне гидромеханики, идут, я себе поставил новые колодки, выровнял диски, в принципе, достаточно нормально оно тормозит. С передними все отлично, даже идеально, я бы сказал. Вот по поводу гидроизоляции, все, что я сделал, это пока просто с одной стороны открутил крышки на колесах и диэлектриком запшикал мотор колесо деку пока не вскрывал, в дальнейшем буду вскрывать, но и то максимально, что я буду герметить, и то без фанатизма, это выходы, где провода идут. И саму крышку деки я не буду садить на герметик, а просто положу уплотнитель оконный. Вот. Так как я особо не катаюсь, в принципе, вообще не катаюсь в дождливую погоду, и даже когда там после дождя мокрая дорога. Вот. Что касается, вы уже, наверное, заметили, крылья у меня нестандартные, не заводские. Это я заказывал у ребят с телеграм-канала. Вот. Скажу сразу, что качество реально классное. То, что здесь уже идет на упор под ногу, идеально просто. То есть нога реально кайфует, когда ты становишься, особенно если ты в горку поднимаешься, чтобы у тебя нога там не съезжала, уперся и все. Вот. Защита от грязи, вот сегодня так получилось, катанулся по грязи, вообще идеально, ничего не закидывает. Вот, и что интересно, прикольно, они сделали конструкцию под четвертый болт, они убрали это ушко, и, соответственно, крепится он на 4, 5, 6, на 7 болтах вместо 8. Тоже классно. Что касается по поводу защиты, как бы скорость уже не маленькая, в принципе, и на 20 можно убиться, так сказать. Ну, самое первое, это надо брать шлем. Шлем, я считаю, самое актуальное, это full face, который идет. То есть с кастрюлей на голове, но все равно вы зубы потеряете, если упадете.
Вот. Это на первом месте, это шлем. То есть, если руки-ноги можно починить, то голову проблематично будет. После, там, на локотники, на коленники я пока езжу без перчаток и без наколенников. Вот, особо, ну, аккуратно стараюсь ездить. Езжу я по трассе, то есть, ну, с соблюдением правил дорожного движения. То есть, никому не мешая и не наглея, так сказать. Поэтому все, кто там собирается покупать, можно смело брать. Бустер просто до, там, грубо говоря, 60 тысяч рублей, у него реально конкуренции нету. Сейчас я смотрю, начинает более-менее набирать обороты активно White Siberia, но, как по мне... Да, идеи все друг друга воруют, то есть тут не исключено. В принципе, некоторые обзорчики я смотрел по White Siberia, они, да, идею тырят, но они дорабатывают эти недостатки. Но все равно есть не исключение, как я говорил, что человек так устроен, что он найдет недостатки абсолютно везде. Поэтому буду дальше кататься. Ах, да, еще колеса себе заказал, сликовые дорожные и внедорожники. СТ-шки. Еще ребята там в телеграм-канале модернизируют, ставят удлиненные рычаги, и, соответственно, там уже можно будет и от Dualtron резину ставить, вот, от Ultron. Я пока буду ездить на вот СТ-шки, что придут мне. Ничего удлинять не хочу. Эластомер со временем все равно будет проседать. Ребята тоже уже нашли выход из этой ситуации и ставят более мощный уже сюда, где этот сайлент-блок. Поэтому... Спасибо, что посмотрели. Покеда.